На один день легкоатлетический манеж «Спартак» заняли не профессиональные спортсмены, а медсестры, ученые, строители. Они оставили повседневную рутину и обратились к испытаниям комплекса ГТО. Всего 150 участников с 25 до 59 лет. Это больше 10 сборных команд трудовых коллективов с разных районов области. Участники регионального Напутственные слова сказаны, спортивный фестиваль открыт. Время взяться за выполнение упражнений. Среди них прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири. Частоту выполнения контролирует 36 судей. В каждой возрастной категории есть 4 норматива, как и у мужчин, так и у женщин. Например, у мужчин у нас сегодня будут такие виды, как подтягивание, рывок гири, наклон, а также бег на выносливость. Что из этого для вас легче всего? Легче всего? Ну, конечно, легче всего планку эту подтянуться, нагнуться, вернее. Ну, а все остальное уже так. Будем стараться. Многие участвуют впервые. Приехали больше не за победой, а чтобы поддержать свой физический тонус. Провести время с коллективом. В обычной рабочей рутине на это частенько не хватает времени. Ну, в принципе, не готовились. Здесь как бы атмосфера позволяет набраться бодрости, хорошего настроения. Поэтому, да, делали. Пресс качали сейчас, сдавали норму. Лучшая команда поедет на всероссийский этап фестиваля в Екатеринбург. Он пройдет с 15 по 20 мая. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.